Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Как говорится, ведьмаку заплатите чуканы монетой. Всех приветствую, друзья, меня зовут Паша, и вы находитесь на канале Радимич. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3 «Дикая охота». Уже на протяжении аж целого года мы пытаемся пройти его. Ну, понятно, что серии выходят не так часто, да еще и с появлением консольки. Ну, стоит и поиграть и там, посмотреть, что у нас есть, да, и нужно не забывать и про старые игрушки, которые мы еще с вами не прошли. Поэтому мы продолжаем прохождение нашего Ведьмака. Сейчас немножко вспомним, куда нам тут нужно бежать. Так, поговорить с Вернаном Роше в лагере партизан. Я понял, хорошо, проблем нет, наверное, я с ним поговорю. Помню прошлую серию, мы встретились с вами с нашим младшим. У нас была с ним первая встреча. На самом деле, ведьмак за ним охотится, но даже и не знал, как он выглядит. Вот в этом-то весь и смысл вот этой миссии. Ну, еще мы тут заплутались в этих улочках. Ну, я думаю, с этим мы уже разберемся с вами немножко позже. Нам же нужно все-таки допройти нашу миссию. Так, хорошо, главное тут не заблудиться. Вроде бы как наш навигатор в Новиграде нас ведет верно. Ну, будем следовать ему. Так, тут молятся люди, ничего страшного. Пусть помолятся. Ох, ну что же у нас тут, а? Сколько мы будем бежать? Выносливость-то вроде не закончилась. А не заканчивается, я думал. Он может бесконечно бежать, он же ведьмак. Оказывается, нет. Так, отдышись, Геральт. Вот, кстати, отдыхает он очень-очень быстро. Так. Кстати, нужно потом после этой миссии, мы с вами проверим, мы идем, кстати, по сюжету или нет. Потому что, может, мы вообще побочку выполняем с вами, и поэтому у нас вот такая получается ерунда. Ёп, ты бежать же нужно. О, где наша лошадь? Плотва. Что, побежали? Шевелись, плотва. Естественно, плотва, шевелись. Шевелись, плотва. Так. Наверное, мы от сих вот стартанем и сделаем. Смотри. Сделаем быстрое перемещение. Так, быстрый переход нам нужен. Куда? Вот сюда вот. Ой, беда. Наверное, чувство будет сечь у нас, как и всегда. Хотя сражались с вами на арене. Так, ой, тут еще 500 шагов целых бежать. Так, где ты, плотва? Плотвинушка, плотва, ты что-то не туда побежала, ладно? Быстрее. Ну, конечно, быстрее, плотва. Давай, не останавливайся. Лети, как молния, как говорится. Птички поют, тут все дела. Так, я, кажется, знаю, куда мы бежим. Приблизительно. Так, поместье Вигельбурдов каких-то непонятных нам. Видно какие-то шишки. Тут самое интересное в том, что когда ты проходишь главный сюжет, тебя по любасу от него откидывает, и тебе нужно проходить побочку в любом случае. То есть она даже не будет связана с главным сюжетом. Но при этом тебе ее все равно придется проходить. Так. Ну что, сколько-то нам тут бежать? На гору, что ли? Или это ущелье какое-то? Вроде как прискакали.
Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Пропусти. Нет, поболтали мы неплохо, а теперь давай-ка кругом и шагом марш. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся, а Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Ты меня достал, Седой. Так, это уже неплохо. На самом деле. Так, хорошо. Нужно делать быстрый переход. Так, сейчас мы поймем, куда-то нам тут нужно в конце-то концов. Так, ага. Ага, ну, в принципе, мы могли бы и доскакать. Ну, я думаю, что не будем тратить время зря. Ах, да, я хотел посмотреть, не отдалился я ли очень далеко от главного сюжета. Сейчас мы с вами проверим наше задание. Список посмотрим. Может быть, мы уже и не по линии идем. Так, хорошо. Где у нас тут рюкзак? Понятно, карта мира. Задание. Охота за младшим по следам Цири. Выяснить, не в Новиграде ли Цири. Вот эту штуку я потом выполню. А вот это что? Ага, это уже дополнение. Ага, то есть нам нужно по следам Цири. Ах, как это сделать, я хрен его знает. Ладно, пока будем выполнять с вами наше задание. С Роше. Может быть, нам все-таки повезет в конце-то концов. Оп, пропало задание. Почему? Потому что я нажал не туда. Как теперь убрать эту метку? Да как ее убрать теперь-то? Ладно. Давайте вот так сделаем. Встретиться с Роше, наверное, будет... Да. Все-таки он здесь. Поскакали, плотва. А, в городе-то я быстро не могу скакать. Я понял. Так, пока все идет довольно-таки хорошо. Без всяких драк, без всяких разборок. Но я думаю, что все-таки нужно вернуться в Новиград и разобраться все-таки с Цири. Мы-то Цири ищем, а не младшего. Хотя, мне кажется, здесь все подвязано. Лютик должен рассказать, не виделся ли он с Цири. И тут, мне кажется, что все-таки это задание нужно нам выполнить. Кто проходил Ведьмака, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли нам именно проходить вот эту охоту за младшим. Или нет. Так, спешится. А, вот Роше, ёпта. Да ёкарный ты, Геральт. Ты что творишь? Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Пойдем. Так, хорошо.
Ну давай, иди. Чё ты? Я ж тебя жду, друг. С арбалетом. Что-то здесь не то. Посмотрим. Шах и мат. Говорят, что это королевская игра, что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? За компанию? Королю не интересна никакая компания. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Да, король. Да что ты там понимаешь? Ты так говоришь, чтобы подлизаться. Я же образно говорю. Первая скрытая истина. Король всегда окружен дураками. Понимаешь? Думаю, что уже понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Редании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь, я все расскажу.
Хорошо, Раша, я подумаю. До встречи. Итак, друзья, замечательно. Неужели мы его найдем, в конце-то концов? Сколько можно охотиться за ним? И мы тут находимся недалеко, а? А может, иди ты на... Латвинушка моя. Давай. Come here, бейба. Опа, я понял. Хорошо. Блин, плотва, ты как-то... Ладно, я, может, добегу. Задание провалено, банда Новиграда. Задание дополнено, охота за младшим. Не понимаю, почему одно из заданий провалено. Может быть, мне нужно было просто не пользоваться, не идти к королю, а догадаться самому, где же находится младшим. Ты что, фризы какие-то непонятные появились у меня? Прошу за это прощения, конечно же. Так, но при этом я знаю, где находится ублюдок младший. Невозможно, я, кстати, с ним буду и драться. А мне нужно его убить, либо же, я не помню, или убить, или же узнать тому лысому чуваку здоровенному. Его сдать нужно, я так понимаю. Ведь вроде бы ублюдок младший его и... Да, ублюдок младший его вроде бы обыкрал. Так, ну что, начинаем базарить с нашими агентами. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика. Это какое-то недоразумение. Сбоку заходи! Так, я понял, хорошо. Ну, можно было, в принципе... Ага, чуваки. Так, я понял. Стража. Так, я понял. Я все понял, дорогие друзья мои. А почему стража? Вы потеряли деньги. Но при этом... А, меня стража оглушила. Я понял. Хорошо, но при этом я могу... Так, нет, стой. Я сначала лутану их. Взять все. Взять все. Открыто, закрыто. Вот и наши друзья. Так, хорошо. Так, по нам кто-то с лука стреляет, я надеюсь. Так, стой. Иди-ка сюда, дружок. Так, ну, ведьмак начал очень жестко убивать. Вы не заметили это? Вот последних, наверное... Чувак просто на две части расхерачил. Геральт, ты что творишь? Я понял тебя. Это было красиво. Ой. Так, стой. Вот этот вот чувак мне не нравится совсем. А вот ты мне и нужен. Дружбан. Гори, подлюка. Кстати, да, уже игний наносит не так много урона, как хотелось бы. Ну что ж поделать. Нехорошо. Да, конечно, нехорошо. Какой ты Геральт, ну ты вообще дурачидло. Ух. Так, хорошо, может быть, что-нибудь мы найдем полезное для нас. Так, жареная свининка. Мы в любом случае сейчас залутаемся, потому что мне нужны припасы. Потому что я сейчас буду сражаться. Так, все, допрыгался Геральт.
тебя перегруз? Что, нужно разобраться с рюкзаком. А, серебряный меч, стальное оружие 95 урона, стальное оружие 64. Так, ну вот это нужно, наверное, выбросить. Это бросим, и вот это бросим. Вот эту палицу мы бросим, и вот это тоже. Нам не нужно, чтобы нас сковывали движение. Отыскать укрытие. Так, вижу. Арбалетчик молодец. Арбалетчик красава. Вопросов к тебе не имею. Ты попал сюда случайно. Так, рыба и все. Все. То есть будем брать только то, что нам нужно. Я думаю, младший в этом доме. Поэтому сейчас мы туда и будем зарываться. Кстати, он будет там не один, скорее всего. Но при этом... Ну посмотри, у него же ни брони нету. Как он с такой охраной? Вот как можно охранять человека, когда... Так, хорошо. Он просто упал. Я не хотел. Он просто упал сам. Бутерброды с курочкой возьмем. Замечательное пополнение хпшечек. В принципе, вот. Новиградский... Ой, извиняюсь. Новиградский... Кто там? Так, приплюмная кожа. Хорошо. Новиградский меч. 97. Он даже еще лучше, чем мой. А этот мы, получается, выбросим. Почему бы и нет? Я знаю, что он стоит, возможно, очень много баблишка. Но черта с два. Я буду носить с собой два меча. Так, где у нас тут заход на второй этаж? Должен быть второй этаж. Должен быть. А, это подвал. Винодельня. Или тут потайной какой-то проход есть? Не думаю. Хорошо. Куда же он спрятался? Так, я еще вот тут не был, да? Здесь... А, вот второй этаж. Ну, вот и все. Так. Сукин сын, если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Так, я понял. А где он делся? Ее прибили к стене. Вот хрен моржовый, а? Смотрите, что делаю с девчонками. Здорово. Это еще что за вафел? Ах, нихера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Что? Чего надо? Я пришел убить тебя. Здравствуй, младший. Долго я тебя искал. Я пришел тебя убить. Я отдам все, что у меня есть.
Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да, была такая. Помню. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровина. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Ну, признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого, их прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка младшего, ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам Рацио, и сантиментами их не заглушить. Слушай, я пойду туда одна. Ты подождешь внизу. Я не хочу отпускать тебя одну. Если что-нибудь случится, Геральт мне голову оторвет. Кто-то должен прикрывать отход. Наверху может быть очень жарко. А после всего нам надо будет бежать и замести следы. Ты узнал, где держит Дуду? В комнате на последнем этаже. В той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит. Надо залезть на крышу. Итак, друзья, снова играем за Цири. Неожиданный поворот. По крайней мере, мы разберемся вообще, как это все произошло здесь. И поймем, какие намерения были у них. Так, на крышу мы забрались. На последнем этаже, в той, что с балконом. Так, комната на последнем этаже, та, что с балконом. Вот это. А вот и балкон. Посмотрим, что внутри. Так. Так, тут закрыто. А теперь, друг мой Дода, я сменю орудие. Это мне прискучило. Ты долбанный псих, ублюдок. Тебе никто не говорил? Нет. Все говорят, что я милашка, когда узнают меня получше. Значит, ты любишь общаться, знакомиться с новыми людьми. Хочешь меня кому-то представить? Вот и ты. Ты молодец, что заглянула. Я тебя ждал. Что она там вынесла? Задавлю, сука! Кого ты задавишь? Цири? Ты что-то, наверное... Ты какой-то шпион. Выпотрошу, шлюшка! Где казна Ровина? Я тебя выпотрошу, шлюшка! Ты бы так и не трындел? Задавлю, сука!
Но Цириш там может у нас сделать вот такие виражи. Око за око. Они идут. Дуду, вот что мы сейчас сделаем. Мочите девку! Быстро у него за шрам отошел. Догнать, суку! Ой, Цири тут начала херней заниматься. И Цири начала вырубать всех подряд, я понял. Так, тихо. У нас не так много КП. Твою мать. Так, это был фейл. Вы же должны понять, да, насколько... Как бы играем там и на сложном уровне сложности, поэтому тут понятное дело, что не все иногда проходится с первого раза. Кстати, у Цири вот эта способность, она очень-очень крутая. Ух ты. Прям в спину, а? Не ожидал. Что же случилось с лютиком-то? В конце-то концов. Я говорю правду. Что стало с девушкой? А хер ее знает. Кто-то из ребят ранил ее в спину. Но она жива, клянусь тебе. Скажи что-нибудь еще. Я сказал все, что знаю. Все. Ты обидел девушку, которую я ищу, и пытал ее друга. Она напала на меня. Я защищался. Умоляю тебя, я уже получил свое. Пощади. Прошу. Убиваем. Я тебе скажу, в чем дело. Я ищу эту девушку. Она мне как дочь. Я просто не могу это так оставить. Нет. Итак, друзья, вот так мы и завершаем с вами нашу серию прохождения Ведьмака. Ублюдок младший на полу, а в кругу очень много девушек, которых он погубил. Но мы отомстили за их всех и теперь направляемся к Присцилле. Нужно рассказать, что стало с Дуду.
Ну, а вам огромное спасибо, друзья, что смотрели это видео от начала до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, оставлять свои комментарии. Не забывайте про колокольчик, который уведомляет вас о выходе новых видео. Ну, а с вами был, как всегда, Паша. Всем удачи и всем пока-пока.